心动的丛林，月光照亮你眼睛，不再选择去逃避，本来感情就不公平，只能证明我对你很用心，期待着你的回应，我们约定去山顶看星星，踏入心动的丛林，月光照亮你眼睛，Меня зовут Шань Юэ. Я художник по комиксам. Я безумно увлекаюсь комиксами. Но комиксы, которые я рисую, всегда отклоняются редакцией. Когда же мои комиксы станут такими же популярными, как «Борьба белого и черного лиса»? Гулу, кушай. Кстати, сегодня же новая глава. Мой любимый молочный лисенок Сиянь, я иду к тебе! Братья Девятихвостые Лисы находятся в вечном противостоянии. Янь, за предательство нашего клана, я преподам тебе урок. Братишка, ты еще не дорос учить меня. Отдай мне эликсир. Даже не думай, эликсир превратит тебя в демона. Тогда останови меня. Рев огненной лисы! И это все? Как тебе сумрачный удар? Божественный раскол! Скрытый! Дьявольский удар! Печать бессмертного грома! Янь, сдавайся! Сиянь, исчезни из моей жизни! Как же бесит, Сиянь Хиляк! Да быть не может! Мой молочный лисенок Сиянь за 500 глав еще не встретил свою любовь! Если бы я была автором! В древние времена пара потрясающе красивых лисов сражались бы за сердце обычной девушки. Мы с Шань Юэ вместе! Янь, прошу, отступи! Недоумок, я убью тебя! Шань Юэ, моя! Без эликсира я ему не ровня! Даже если умру, я не позволю тебе забрать Шань Юэ! Сиянь! Прощай! Любимая, Юэ! Юэ... Почему ты такая глупая? Сиянь, я отдам тебе эликсир. Нет, ты потеряешь свою жизнь. Я готова пойти на это. Спасибо, что позволил найти что-то более важное, чем жизнь. Это любовь. Я думаю, именно это означает поцелуй истинной любви. Я отдаю тебе свою жизнь. Ты должен добиться справедливости. Прости. Прощай. Да что за банальный сюжет мыльной оперы? Ни к селу, ни к городу! Обязательно так театрально умирать после поцелуя? И что не так у Сияна с мозгами? Мой вариант вполне разумен. Разве не очевидно? Автор изначально похоронил все предпосылки любовной линии. Вы ничего не понимаете. Предсмертный поцелуй — не то, о чем я думала. Автор с самого начала рисовал противостояние двух лисов. Сиянь устал от преследований брата. И в поисках силы он случайно обнаружил в древних книгах, что внутри людей есть эликсир силы, который лисы могут получить через поцелуй. И его сила многократно увеличится. Он станет бессмертным. Вот я и написала про это. Не думала, что вы так невнимательно читали. С этого момента я прекращаю чтение этого комикса. Перестань, прекрати! Автор сам решает, как развивать сюжет. Невелика потеря, если не будешь читать. Да чтобы тебя там током шарахнуло! Давай, давай, позвони мне, встретимся. Посмотрим, кто кого. И сразу прогремел гром? Что это такое? Почему меня засасывает? Гулу! Моя Гулу! Я наконец дождался этого дня. Сиянь,
Может, скажешь что-то перед смертью? Янь-Янь, даже если умру, эликсир я тебе не дам. Я убью тебя сегодня. Если ты заберешь эликсир, то станешь демоном. Я не позволю. Иди к черту, Сиянь. Кто ты? Кто она? Как же больно. Я что, во сне? Неужели это Сиянь? Господин Янь-Янь, в сражении с Сияном вы навредили невинному человеку. Вы заслужили суровое наказание, запрет на использование магии на 10 дней. Иначе вам никогда не стать демоном. Сведу с тобой счеты позже. Этот человек... О нет, она не дышит. Чтобы спасти ее, надо дать ей эликсир. Но без эликсира мне не стать бессмертным. Неважно, главное спасти ее. Прошлой ночью с неба упал человек, личность его неизвестна. Ситуацию сейчас тщательно расследуют. Этот сон настолько реальный, что у меня даже голова болит. Почему мне так жарко? Очнулась? Привет, меня зовут Сиянь. Хочу спросить... Сиянь? Противостояние белого и черного лиса? Я что, сплю? Сиянь! Ты очень похож на человека. А где же твои уши и хвост? Вот это здоровый белый лис! И такой пушистый! Это не похоже на сон. Я что, попала в комикс? А как же там моя Гулу? Сиянь, привет! Меня зовут Шань Юэ. Я твоя фанатка. Можешь сказать мне, как добраться домой? Скажи мне, где ты живешь? Я могу перенести тебя туда. Проспект Чинхуа, 101, номер 6, Эрсентяо. Нет. Как мне ему это объяснить? Я из другого измерения. Мне нужно вернуться в реальный мир. Из какого измерения? Реальный мир — это город другой? Можем узнать в Министерстве транспорта. Они смогут добраться куда угодно. Но где ты министерство? Можешь... Это недалеко от моего дома. Идите прямо и поверните налево. Я еще не закончил говорить. Как мне вернуть эликсир? Почему этот фальшивый мир комиксов ничем не отличается от реального мира? Совсем не весело. Надо найти министерство. Гулу с голоду помрет, если я не вернусь. Эти нарисованные люди отвратительны. Что это за фигня? Почему я не могу пройти? Сестричка, хочешь вернуться в реальный мир? Не ходи в министерство, бесполезно это. Правда? А вы кто такой? Я тот... Кто сражается на стороне белого лиса против черного? Система управления. Система управления в комиксе не появляется, но поддерживает работу всей системы. Правда, брат система? Можешь отвезти меня домой? Я не могу. Ты жаловалась на сюжет перед тем, как попасть сюда, а попав сюда, случайно изменила сам сюжет и главную битву героев. Если мир не вернется к нормальной жизни, все здесь будут винить только тебя. Но я не могу умереть. Гулу ждет меня дома. Просто позволь Сияну и Янь-Яню продолжать бой. Когда их энергия достигнет пика, они будут на грани жизни и смерти, откроется портал. Какой же популярный комикс без красавчиков-героев. Но придется ими пожертвовать, чтобы я вернулась домой. Грубо говоря, у тебя 10 дней. 10? Так не пойдет. Моя Гулу умрет с голоду. У нее еды только на 6 дней. Время в мире комиксов идет быстрее, чем в реальности. Забудь, твоя рыбка доживет до твоего возвращения. Давай так. Возьми это.
Это для жизни тут. Тебе нужна личность в мире комиксов. Я автор популярных комиксов? Невероятно богатая женщина? Или же суперзвезда? Официант Кашань Юэ. Дурацкая система. Я домой хочу. Я хочу домой! Как спровоцировать бой между двумя лисами? Сиянь? Что он тут делает? Неужели он пришел ко мне? Неужели началась любовная линия? Сиянь достоин звания самый красивый персонаж комиксов. Мой милый лисенок, сердечко, держись! Шань Юэ, выходи за меня. Впервые со мной происходит что-то хорошее. Вставай. Видишь ли, ты спасла меня от атаки Янь-Янь и чуть сама не умерла. Чтобы спасти тебя, я отдал тебе свой эликсир. Эликсир? Вернуть эликсир можно, только через поцелуй любви. У людей принято закреплять клятву на свадьбе поцелуем. Или целую только тех, кто влюблен. До влюбленности долго, поэтому предлагаю свадьбу. Сиянь такой наивный. И только ради эликсира он хочет поцелуя? О чем ты думаешь? В любом случае, мир в хаосе. Боевой комикс превращается в романтический. Перестань стесняться, делай все, что нужно. В конце концов, он всего лишь нарисованный красавчик. Ты ничего не потеряешь. По здешним меркам мне где-то лет 80. Пора бы уже впервые поцеловаться. К тому же мне скоро домой. Ради Гулу, поцелуй его, поцелуй, поцелуй! Тогда обещай мне, когда верну тебе эликсир, ты сразу же начнешь бой с Янь-Янем. Почему у него такие мягкие губы? Не паникуй, он всего лишь нарисованный. Ладно. Ты согласна на свадьбу? Но эликсир не вернулся. Тогда... Стой. Не надо. Может, поцелуй был неискренним? Как же добавить в поцелуй искренность? Срочные новости. Совершено нападение на людей на улицах Шанхая. 7 человек убиты. О личности нападавших неизвестно, дело расследуется. Неужели это Янь-Янь? Он отдал человеку эликсир. Глупый мальчишка. Мне нужно найти эту Шань Юэ. И забрать эликсир. Тогда я стану демоном. Позвольте мне рассказать вам о китайской культуре. Эта дурацкая система повсюду. Ты шпионишь за мной? Я помню основной сюжет. Сейчас же найду Янь-Яня и заставлю сразиться его с Сиянем. А? В комиксе любимый ресторанчик Янь-Яня должен быть где-то рядом. Почему здесь так тихо? Не смотри на меня, не смотри на меня, не смотри, не смотри, не смотри! Почему я здесь? Это из-за моего эликсира в ней? Мы что, так быстро перешли на новый уровень? Что ты собираешься делать со мной? Я просто... Я случайно. А разве это не твой дом? Зачем ты привел меня сюда? О, в этом костюме он потрясающий.
Я ни о чем другом не могу думать. Со мной с детства ничего хорошего не происходило. Неужели это компенсация для меня? Тот безликий демон обладает огромной силой. Ты застала его в момент убийства. Ты можешь стать следующей целью. Жить со мной тебе безопаснее. Он беспокоится обо мне. Это место отличается от реальности. Там никто не беспокоится обо мне. Могу ли я еще немного насладиться этим иллюзорным беспокойством? Тогда я останусь тут. Будем жить вместе. Недавно некто стал свидетелем убийства безликим демоном. Пожалуйста, будьте бдительны. Кроме меня и Сияна, кто-то еще хочет эликсир получить? Нужно как можно быстрее найти ту женщину. Это Мехниян, Яня. Но выглядит очень знакомо. Почему это он? Он явно сильнее меня. Куда он пропал? У Сияня главная роль, поэтому его очень легко заметить по ореолу. Но почему Яньяня так трудно найти? Когда я могу его обнаружить? Помню, что в комиксе были зеркала слежения. Свет, мой зеркальце, скажи, где сейчас Яньянь? Он очень могущественный демон. Никто не осмелится сказать. Похоже, это какая-то подделка. Мерзость-то какая! Персонажи тут отвратительные. Мне надо свалить отсюда. Если я найду доказательства вины Яньяня, то отправлю его в ассоциацию охотников. Хочешь поймать меня? Охотники встречаются так редко. Наньгун, потомок охотничьего рода в 18-м поколении. Семья Наньгун могущественна. Они практиковали магию и могут сражаться с оборотнями. Их называют охотниками. С их помощью за 100 лет количество оборотней резко сократилось. Как ты посмел появиться? Семья Нань сотни лет поддерживает мир в Шанхае. Как их потомок, у меня высокий статус. Только прикоснись ко мне, и я... Этот оборотень не слушает меня. О нет, я не могу двигаться. Это сдерживающее заклинание. Сделай кое-что для меня. Как достигнешь моей цели, я освобожу тебя из заточения. А до этого... Ты так и будешь моей рабыней. Что происходит? Моя магия не действует. Его сила, кажется, выше моей. Когда он улыбается, прям до мурашек пробирает. Выглядит очень злобно. Девушка, вы что, ищете маньяка? Я ищу вашего постоянного клиента. Его зовут Яньянь. Не знаю. Не знает? Может, из-за того, что изменился сюжет, изменились и привычки Яньяня? Только бы он не начал клясться мне в любви. Надо что-то делать. Хозяин, девушка, которую вы ищете, только что приходила. Не ожидал, что она так легко попадет в ловушку. Как же я устала. Ты одна? Почему ты все еще в ресторане? Возвращайся домой. Наньгун, не будь такой бессердечной, я измотана. Дай мне стакан воды быстрее. Почему так сложно найти человека? А кого ты ищешь? Разве ты не хочешь вернуть эликсир Сияню? Я ищу улыбающегося лиса. Яньяня. Без него я вряд ли смогу выжить. Почему она сама ищет Яньяня, загоняя себя в ловушку? Как говорится, женщины любят плохих парней. Нет, надо положить этому конец. Яньянь коварный, хитрый, эгоистичный полудемон. Что в нем хорошего? Ты его знаешь? Да неважно, хороший он или нет. Наньгун, можешь помочь мне найти его? Один хорошо, а двое лучше. Как я могу быть знакома с ним?
Слышал, ты ищешь меня. Это же Янь-Янь! Он отслеживает мое местоположение с помощью заклинания. Что ты делаешь? Почему моя магия на нее не действует? Нужен другой способ вернуть эликсир. Госпожа Юэ, поскольку в прошлый раз я случайно ранил вас, я хотел вас найти и извиниться. Да, за что тебе извиняться? Ты такой странный. Не обращай на меня внимания. Продолжай сражаться с Сиянем. Я сейчас же его приведу. Когда мы встретимся завтра, давайте поболтаем. О чем мне с тобой говорить? Поговорим о вашем родном городе. О том, как вам вернуться. Разве это не интересно? Он что, знает, что я не отсюда? Янь-Янь очень хитер. И у него есть способности. Нужно быть осторожной. Где она так поздно? Надо заставить их сразиться сегодня же. Прости, что заставила ждать. Госпожа Юэ, ты сегодня такая красивая. Это спрей против лис? Это мне просто Наньгун дала. Я правда ее не хотела брать, но она настаивала. А давай сменим тему. Янь-Янь, можешь сказать, как мне вернуться домой? Сегодня хорошая погода. Нельзя такое пропустить. Давай прогуляемся и поговорим. Да как мне заставить их сражаться? Этот лис очень хитер. Явно не извиняться пришел. Почему он меня сюда привел? Хочет съесть меня и зашел за приправами? Откуда ты знаешь, что я это не... Это вам? Он очень похож на вас. Я что, такая же толстая? Спасибо. Без эликсира восстановление слишком медленное. Если не верну эликсир, вернусь в первоначальную форму. Нет, нужно вернуть эликсир. Во всем Шанхае здесь самый красивый вид. Янь-Янь, хватит играть. Скажи, как мне вернуться в мой мир? Как и ожидалось, вы не отсюда. Обманщик! В детстве я видел распахнутые небесные врата. Понял, что еще есть миры, кроме нашего. То, как вы появились здесь... Это не случайность. Где те врата? Отведи меня туда. Они открываются раз в 900 лет. А может, они откроются и через 1000. Да ты шутишь, что ли? Через столько лет от меня только прах останется. Вы очень умны. Почему бы вам не принять то, что не можете изменить, и насладиться моментом? Конечно же, у вас лисиц долгая жизнь, но я смертная, как и моя Гулу. Она скоро умрет от голода. Кто такая Гулу? Моя рыбка. Не переживайте. Пока вы со мной, я сделаю для вас все, что хотите. Они могли быть вместе? Что опять задумала Янь-Янь? Все эти рыбы относятся к редким видам. Это поможет унять тоску. Судя по отношению Яня, он не похож на злодея. Он заботливый. Гулу подарил мне в детстве отец. Папа очень часто
уходил в море надолго. Я каждый раз не хотела его отпускать. Наливала ему сырой воды, чтобы у него было расстройство желудка. Так я надеялась, что он останется еще на пару дней. Но проходило несколько дней, и он все равно уезжал. Каждый раз я сильно плакала. И однажды он вернулся вместе с красивой рыбкой. Она все плескалась и плескалась в воде. Я назвала ее Гулу. Папа сказал, если хорошо заботиться о Гулу, со временем она может превратиться в русалку, и мы отпустим ее в море. И тогда я смогу пойти в море с отцом. С тех пор я ухаживала за ней. Если бы я только знала, что карпы живут очень долго. Я ждала, пока она вырастет. И сама повзрослела. Для меня Гулу словно часть семьи. Она сейчас одна. И я должна позаботиться о ней. Но спасибо тебе за заботу. Янь-Янь, ты хороший парень. Почему так много странного произошло за это время? Чья это шерсть? Почему я оказался там, когда на Шаньюэ напали? Почему Янь-Янь не трогает Шаньюэ? Это из-за эликсира? Хватит уже. Займусь делом. Найди хозяина. Не только запах скрыт, но и магическая защита сделана. Я дома. Янь-Янь, мы пришли. Почему бы тебе не зайти и не поздороваться с Яном? Похоже, ей очень весело. Если он зайдет, они точно подерутся. Нет, спасибо. В Шанхае найдена новая жертва, продавщица кондитерской. Ее смерть была просто случайностью? Или это судьба? Автор зашел слишком далеко. Испугалась? Думаешь, это я? Ты же хороший. Это точно не ты. В последнее время здесь очень опасно. Я провожу тебя. Он идет, он идет! Они точно подерутся! Чего так долго? Она что, улитка? У нас дома очень много вкусняшек. Есть все. Правда? И мясо кролика? Сиянь, смотри, кто пришел. Янь, как ты посмел прийти сюда? Вот же идиот. Если я буду жить с ним, то, влюбив себя в Шаньюэ, без напряга, получу его эликсир. Сиянь никогда не станет бессмертным. С сегодняшнего дня буду жить здесь. С чего бы это? Как ты собираешься без эликсира защитить Шаньюэ? Кроме того, это и мой дом. Даже без эликсира я заставлю тебя зубы по полу собирать. Сейчас будет драка, ну же, врежь ему! Это из-за тебя. А ты посмел прийти сюда? Не боишься раскрыть себя? Не трогай мою курицу. А что, испугался? Чего мне бояться? Я сделал из твоей комнаты кладовку. Если останешься, спи там. Что? Почему они такие милые? Придется натравить их друг на друга. Если мы будем жить вместе, нужен договор аренды.
Я не я, если не заставлю их набить друг другу мордочки. Thank you.